Добрый вечер, дорогие друзья. Минуточку, не та картинка. Вот сейчас. Сейчас хорошо. Дорогие друзья, я, как вы знаете, некоторое время уже собирался пригласить специалиста к нам на передачу. Мы делимся проблемами, которые у нас есть в кадре, за кадром. Мы пишем друг другу. И сейчас у нас в гостях из Лос-Анджелеса врач, психиатр Геннадий Мушер. Настоящий доктор. MD, PhD. Он работает с несколькими госпиталями, и у него есть своя собственная практика. Геннадий, добрый вечер. Добрый вечер, Юрий. Что я забыл сказать про вас? Ну, в основном все сказали. Покрыли. Да. Ну, видно, что человек хороший, знали, человек из Харькова. Это не всегда видно, но видно. Так что харьковчане, я всем написал, чтобы харьковчане все присутствовали. Я прошу прощения за цвет лица, что я сегодня провел какое-то время на свежем воздухе, и я не успел отладить свет так, чтобы меня узнали. Да, все остальное в порядке. Почему я хотел пригласить к нам на наш диалог видео человека, связанного с психиатрией и психическими проблемами? Очень многие люди говорят о том, что с нашей страной что-то не так, и что народ двинулся умом. Есть ли какие-то с вашей стороны на этот счет наблюдения, Геннадий? Я думаю, Юра, я далек от того, чтобы назвать все, что происходит, коллективным психозом или коллективной галлюцинацией, хотя соблазн у меня был такой в свете последних политических событий, которые происходят в стране, и всех тех эмоциональных реакций, связанных с голосованием и всевозможными проблемами на улицах и так далее. Но прежде всего я хотел бы поговорить о том, что психологические проблемы, как реакция на то, что происходит вокруг нас, очень часто мы защищены от них, и мы защищены от anxiety или от повышенного чувства тревоги или угроз собственному самолюбию или угроз каких-то вещей, которые могут разрушить нашу самооценку, они защищены так называемыми защитными механизмами или механизмами психологической защиты, которая в свое время, теория которых была предложена Зигмундом Фрейдом еще в конце 19 века. И эти психологические механизмы как бы защищают нас от плохой реальности. Поскольку наша реальность, независимо от того, к какой политической партии вы принадлежите, она не является как бы той, которую мы зачастую ожидаем. И все то, что произошло недавно, тому пример. Ну вот, например, если мы говорим о том, что может произойти, какие реакции могут произойти, какие последствия негативных всяких воздействий, то известен факт, что если у человека в течение 3 лет было 3 или больше психотравмирующих событий, ну, например, какие-то легальные проблемы или какие-то психотравмирующие серьезные ситуации, смерть, финансовые проблемы, какие-то проблемы нереализованного чего-то большого и так далее, если было 3 таких события, то вероятность до 80% заболеть серьезным психическим или психосоматическим заболеванием. Я отношу к психосоматическим заболеваниям такие, как диабет, инфаркт миокарда, гипертония и так далее. Язва желудка. То есть они индуцированы, их причиной является психическое состояние. Психологическое состояние. Очень часто, да. Они могут вызваны быть и физическими воздействиями, но это одна из наиболее частых причин, психотравмирующие факторы, одна из наиболее частых причин возникновения подобных состояний.
Поэтому, если мы говорим о последнем годе, который вот наш был, 2020, то, ну, допустим, тех, которые, как бы, людей, которые проиграли или, скажем, голосовали за того, кто проиграл, и это... Но это мы еще не знаем, кто, кто проиграл, потому что обе стороны верят, да, что они выиграли, правда. И, по это идее, правда. Должны быть в хорошем настроении, но почему-то у трампистов настроение лучше, чем у байденистов, потому что они к нам ходят, а мы к ним нет. Это правда, да. Это правда. Ну, давайте так скажем. Тогда о потенциальном проигрыше, если мы говорим. Ну, как идея, коронавирус, да. Коронавирус, который изменил ценности, изменил систему взаимоотношений между людьми, изменил очень много вещей, которые абсолютно никто не ожидал, что они могут быть, ну, и с точки зрения изоляции, и с точки зрения отсутствия каких-то социальных встреч, концертов, походы на дни рождения, рестораны. Путешествия, в конце концов. Путешествия – это очень важный фактор для меня лично. Поэтому мы говорим, о, например, о двух психотравмирующих факторах в течение этого года для целого, достаточно для половины страны, скажем так. А при этом еще никто не отменял старые факторы психотравмирующие. То есть... Конечно, потому что кто-то умер, очень большое количество людей умерло в этом году, и люди умерли от ковида, и от всевозможных сопутствующих заболеваний. У людей продолжали быть финансовые проблемы, продолжали быть какие-то социальные проблемы. И все это в совокупности дает колоссальную психотравму. Так что, если вы помните, эти известные были исследования, когда во время войны, я имею в виду Вторую мировую войну, у да. язвенников во время вот этих 5 лет войны практически не было обострения язв. Это известный факт. А потом, когда война закончилась и люди пришли с фронта домой, начали умирать от серьезных обострений, всяких серьезных заболеваний. В данном случае разговор шел о язве желудка 12-перстной кишки. То есть в ситуации стресса организм мобилизован. Идет выброс всевозможных нейротрансмиттеров, ну, да. стресс, акция на все, что происходит. А потом, когда все успокаивается. Поэтому я думаю, что все основные последствия того, о чем мы с вами сейчас говорим, всякие психологические последствия или психиатрические последствия, они, скорее всего, произойдут тогда, когда все успокоится. Когда-то это успокоится, но не может бесконечно. Ну, я согласен момент, с тем, что оно успокоится, но я не думаю, что это как бы может быть моментом того, когда что... Понимаете, что такое успокоиться? Да, мы же как бы рассуждаем, опять же, в рамках драматургии, которую мы видим там в жизни. Она нам пришла через литературу, через кинематограф, через вот это все. Но на самом деле успокоение не происходит. Мы не можем предвидеть, например, на сегодняшний день примирение, скажем, у кого-то конфликт с детьми ужасный. Кто-то в возрасте еще детей, у него конфликт с родителями ужасный. Понимаете, страх, неизвестность, которую используют. Приходится признать, можно ли объяснить людям, что их до некоторой степени используют. Они не могут воспринимать то, что происходит вокруг, как некоторое природное явление. То есть определенная воля, которая на них направлена. Их хотят использовать для какой-то цели. Является ли это каким-то моментом популярным среди тех, с кем вы сталкиваетесь, что они чувствуют, что ими манипулируют, или они считают, что это просто такое слияние неудач, как бы, и climate вам тут change, и океаны, и Трамп, и... На кого обвинять? Кто виноват? Вы знаете, я думаю, что большинство людей, если... говорить о моей оценке происходящего, они не понимают и зачастую не задумываются над тем, что происходит. Они как бы принимают факт и реагируют на него, зачастую незрелыми всякими, мы с вами начали говорить о защитных механизмах, которые бывают незрелые, бывают зрелые, бывают невротические и так далее. Существует там denial, вот вы начали говорить о том, что как люди реагируют. Denial или отказ. Человеку ставят смертельный диагноз в офисе, а он врача спрашивает, так что я не поеду на лыжах кататься? У него организм отвергает реальность или там какие-то рационализации человека
увольняет с работы за то, что он плохо работает, а он приходит жене, рассказывает о том, что ну, у них трудные времена и денег мало платят. Искренне в это верит. Потому что защитные механизмы – это неосознанные механизмы, это не то, что вы придумали. Это то, что происходит, организм таким образом защищается от реальности. Uh-huh. Поэтому большинство людей, если отвечает на вопрос, как они реагируют, есть люди, которые реагируют вот таким незрелым образом, и они не понимают, что вот так случилось, и они либо принимают реальность, либо не принимают. Есть люди, у которых так называемые зрелые защитные механизмы, такие как сублимация или альтруизм. То есть они переводят один вид какой-то фрустрации в другой. То есть там, скажем, человек... Занимается благотворительностью, начинает. Занимается, да? благотворительностью, или там мать Тереза, которая, может быть, в 16 лет, я не знаю этих деталей, но это мои предположения, может, на нее не обращали мальчики внимания, а она стала женщиной, на которую обращают все мужчины мира внимание за счет своей альтруистической деятельности. Но ей уже все равно было в тот момент. Ей уже, да. Но я имею в виду, что это как бы защитный механизм, позволяющий человеку компенсировать вещи, которые... Да. Фрустрационные какие-то вещи. Угу. И так далее. Поэтому, если мы говорим о том, как реагирует публика, то она реагирует скорее, не задумываясь над тем, что происходит. И поэтому люди так голосуют. И поэтому происходят результаты, которые мы с вами не ожидали. Поэтому происходят те вещи, которые так фрустрируют. Угу. Но вы же понимаете, что мы зачастую не можем реагировать... Мы не можем контролировать события, мы можем контролировать только нашу реакцию на события. Поэтому те люди, которые в состоянии хотя бы немножко приподняться над собой и понять, что есть вещи, которые сильнее, чем то, что они хотят, они каким-то образом рационализируют и живут дальше. Геннадий, прежде чем мы начнем говорить о человеке, который определяет события, происходящие с нами, один из людей, определяющих события с нами, я хочу рассказать о двух защитных механизмах, которые являются вот таким некоторым условием моих передач сегодня. Итак, один защитный механизм – это когда мы все собираемся вместе и смотрим друг на друга любящими глазами, сидим вокруг стола, и на столе стоит угощение, и мы это делаем на Новый год, и перед нами стоят подарки, которые приготовили нам. Вот так, сейчас меня не слышно. Вот, Heritage. Heritage Collection, Keep in Safety написано. Вот эта упаковка, вот этот замечательный напиток. Внутри водка, первоклассная водка, снаружи это автомат УЗИ. Сделан из стекла, очень натуралистично. Я думаю, что любой коллекционер будет приветствовать вот такое добавление: коллекционер оружия или коллекционер напитков. Почему бы нет? Я знаю людей, которые коллекционируют напитки в очень привлекательных формах. В данном случае это автомат. Здесь все прописано, что внутри. 40 градусов водка, сделанная в Украине. Замечательный сувенир. Близко Новый год, близко Рождество по старому стилю. Близко Новый год по старому стилю. Люди, говорящие по-русски, празднуют это все очень часто. Друзья, внизу есть веб-сайт beveragelovers.com. Надо туда пойти. Вообще адрес очень длинный, но если вы напишете «Ганводка», вы увидите вот этот именно продукт. Вы сможете его заказать в 48 штатах континентальных. Он вполне будет вам доступен для получения. Очень реалистический, очень легендарный, очень исторический такой вот сувенир. Напоминает о многом, напоминает о второй поправке Конституции, напоминает о том, что себя нужно защищать, напоминает и радует, и является предметом разговора за столом. Вот, качество водки, говорят, очень хорошее. Я еще ее не пил, я планирую открыть, но как бы требуется для этого или Новый год. Ну, я слышал, что он скоро наступит. Геннадий, да, продолжая. Да, добавить к перечисленным защитным механизмам психологической защиты, тогда еще один, это будет защитный механизм по Юрию Дашевскому, он будет называться алкогольно-защитный тогда. Uh-huh. Ну да, да, ну в общем это старый, он называется Dutch Courage по-английски. Это смелость, которая вызывает прием алкоголя. Dutch Courage — это такой устоявшийся англицизм, американизм.
Меня слышно, да, друзья, сейчас? Ну, все слышно, теперь я и сам себя слышу. Очень хорошо. Значит, смотрите, мы очертили несколько тем с Геннадием. Одна из первых тем, которая пришла в голову для обсуждения. Многие люди сегодня, особенно со стороны не принимающей президентства Трампа, начиная с 2016 года, говорят о том, что его можно диагностировать, и он явный совершенно маньяк, ненормальный, психопат, в общем, все что угодно. Ваше слово, профессор. Это вообще очень интересная тема и хороший вопрос, и тема для обсуждения очень интересная, потому что она меня всегда интересовала, психопрофили политиков, психопрофили политических деятелей. Мы об этом можем немножко более развернуто поговорить, поскольку мне кажется, что это очень интересно. Да, действительно, все, что связано с президентом Трампом, с первого дня его президентства сопровождалось множественными выступлениями всевозможных психологов и психиатров, которые приписывали ему целый ряд психиатрических, психологических проблем, включая нарциссизм и психопатию, и маниакальные качества, и так далее, и так далее. Ну, во-первых, давайте начнем с того, что ни один из людей, который лично не обследовал Трампа как психолог или как психиатр, с точки зрения американской психиатрической ассоциации, не может диагностировать Трампа профессионально. Все то, что связано с выступлениями нынешнего президента или театрализованными политическими какими-то большими сборищами и так далее, не может быть основанием для того, чтобы поставить диагноз президенту. Это непрофессионально и неэтично. Поэтому, когда люди говорят о том, что у Трампа есть какой-то психиатрический диагноз, первый вопрос, который я хотел бы задать как профессионал-психиатр, а вы сидели с ним, вы его диагностировали каким-то образом, вы давали ему заполнять какие-то серьезные психологические тесты, как MMPI, на там, почти 600 вопросов. Вы делали так называемое face-to-face evaluation, один на один обследование, вы наблюдали за его поведением, когда он с вами беседует и так далее. Нет, никто из них этого не делал. Даже уважаемый очень мной, он еще жив, мне кажется, есть такой доктор Пост, он директор, бывший директор Вашингтонского института политпсихологии, который писал записки президентам по поводу иранских заложников, и Джеральд Пост его зовут. И я с ним даже когда встречался, меня интересовала тема психопрофилей политиков. И он, даже он не удержался и написал статью о том, что Трамп малигнант нарциссист. И я был категорически не согласен с этой статьей. Я вам объясню почему, по пунктам. Но прежде всего, давайте начнем с того, что мы должны дать определение... То есть злокачественный нарциссист. Я думаю, слово malignant просто объяснить. Только да, мы по-русски говорим. Злокачественный нарциссист. Поэтому мы можем остановиться на определениях и так далее. Но вот в России мы называли, делили на акцентуации психопатии. То, что здесь называется trait and personality disorder. Trait – это акцентуация, и personality disorder – это психопатия. То есть черты характера также, характер. Да? Да, черты характера. Значит, разница между этими двумя состояниями колоссальна. Потому что акцентуация характера – это отклонение характера от среднестатистической нормы. Оно имеет название, это отклонение, и они есть этому классификации этих traits. И эти traits или акцентуации могут быть самые разные. Они могут быть и демонстративного типа, они могут быть и шизоидного типа, они могут быть застревающего типа и так далее. То есть это мы можем об этом говорить, если эта тема заинтересует, мы всегда можем поговорить о том, что есть что и кто есть кто. Психопатия – это когда происходит серьезная декомпенсация под влиянием каких-то травмирующих вещей или психотравмирующих событий и так далее. Человек может быть психопатом, а может быть акцентуантом. Акцентуант, если не происходит никаких серьезных психотравмирующих событий, приводящих к декомпенсации –
Это человек, который вот он заходит вам в комнату, его видно, он отличается от средней толпы. Он более яркий, он чем-то отличается, в худшую, в лучшую сторону, но он другой. И это как бы делает человека более зачастую привлекательным. И большинство из людей ярких, творческих, людей, связанных с каким-то производством, руководящей должности и так далее, они зачастую какими-то акцентуациями характера. Uh-huh. Если мы говорим о психопатии, то психопатия – это вещь, которая, как правило, приводит к каким-то последствиям. Например, декомпенсация социальная, декомпенсация личностная, в семейной жизни и так далее, и так далее. То есть, когда ты разговариваешь с человеком, он там 6 раз женат, или там 8 раз его увольняли с работы, или у него какие-то все время проблемы во взаимоотношениях с людьми, или он не может, друзья бесконечно скачут, нету стабильности в отношениях и так далее. Значит, тогда мы начинаем думать о декомпенсации. Если мы говорим в данном случае о президенте Трампе, то вся его жизнь, с моей точки зрения, профессиональной точки зрения, я не говорю сейчас как обыватель, я говорю как профессионал, я не видел декомпенсаций больших. Да, он был разведен, но при этом он женат и поддерживает отношения с бывшими там женой или женами. Все его дети с ним там, да? Все его дети с ним, он участвует в их жизни. Это не психопат, который как бы разрушает вокруг себя. То есть вот ключевое слово я, наверное, не мог правильно сформулировать. Это деструкция, разрушение. Он ничего не разрушил, он создал империю свою, он заработал имя, он заработал бренд, он заработал деньги, он стал известным, он выиграл в честной борьбе выборы, ничего не фальсифицируя, никого не убивая. Uh-huh. Он стал президентом крупнейшей страны и пытался изменить ее к лучшему. Совершенно искренне, без всяких политических выгод для себя. А наоборот, потери. Сейчас я хочу, как в хорошем европейском театральном спектакле, просто развернуть прожектора, направленные на сцену, и направить их на зал. Что говорит вот эти обвинения в адрес президента Трампа, которые мы установили для себя, является законно избранным президентом, и вот, по-моему, со вчерашнего дня объявлен самым популярным человеком в мире, с 18 голосами, Обама, по-моему, был 12 лет лидером этого опроса, Гэллопа, очень уважаемого, достаточно либерально-демократического, в худшем смысле этого слова, опроса. Обама ушел на второе место, у него в два раза меньше, по-моему, очков, и совсем мало у Байдена, который на третьем месте. Ну, а же все остальные, там, Далай-ламы, Нобелевские лауреаты, они просто где-то болтаются, их никто знать не хочет. Что говорит нам о нас самих вот эта реакция на Трампа для вас как психиатра? Это говорит о том, ну, это говорит о многом. Ну, тут много факторов, которые надо учитывать, Юр. Фактор того, что очень многие люди, если я правильно понял ваш вопрос, как бы они индуцированы прессой, они индуцированы мнением тех, кто рядом с ними, нежелание, как вы упомянули, ссориться с детьми и так далее. И они скрывают или до поры до времени скрывают свою точку зрения, свое мнение, не хотят отличаться от кого-то или ради чего-то и так далее. Поэтому я думаю, что ситуация, в которой мы сегодня находимся, она до конца не отражает реальность. Поэтому то, что сегодня этот Gallup Poll показал, что Трамп популярнее, чем того ожидали, говорит в пользу этой теории. Он действительно крайне популярный президент, но все, что происходило вокруг, оно же происходило не по правилам. А Трамп играл по правилам. Вот это да, это удивительно, это потому что он мог легко воспользоваться этой репутацией и сделать хотя бы 1/10 из всех инкриминированных ему нарушений закона, он мог бы хоть что-то нарушить, хоть где-то подмухлевать, потому что все равно же тебя обвиняют, какая разница, ты уже нарушил закон. И он старается, чтобы все было по закону, вот, включая нынешнюю эту всю манипуляционную чепуху и то, что его подталкивает для того, чтобы он опять же по закону ввел какое-то чрезвычайное положение, но он хочет именно довести до конца ту линию, которую он считает правильной, и я с ним считаю правильной эту линию, когда нужно разобраться с выборами.
Действительно, вот это для меня вот это, честно вам скажу, параноидально. Я такой немножко сделаю шорткат, да, срежу угол. Для меня параноидально нежелание демократов и сторонников Байдена сказать: ребята, давайте разберемся, хорошо, мы выиграли, но мы считаем, что мы выиграли, но в принципе мы же можем, нам надо знать, что мы честно выиграли. Я слышал, что есть такие демократы, которые говорят, что такой ценой нам победа не нужна. Но кого ты не ткнешь, особенно на русском Фейсбуке, где носятся такие стаи, я забыл, как они назывались во Франции во время Столетней войны, в переводе они назывались шкуродеры. Вот просто какие-то такие наемники, не наемники, людоеды, не людоеды, они просто бросаются на всех трампистов, я уже сегодня напоминал, и они просто заскакивают, начинают тебя валить, писать на тебя всякие отчеты, тебя закрывают и так далее. То есть нет наслаждения победы, есть желание вот втоптать противника, который, как они считают, сопротивляется. Я считаю, что это вообще подлежит уже диагностике, мне кажется, потому что никто не хочет вступать в дискуссию, которую не с удовольствием бы имели, допустим, 5 лет тому назад. Проблема еще в том, с моей точки зрения, если мы, как бы эта тема бесконечная, поскольку мы последний год только об этом и говорим все, но проблема еще в том, что дискуссия возможна только с людьми, которые хотят, слушают и слышат. Зачастую есть и среди моих знакомых люди, которые очень убежден, и они искренне верят в либеральную идею, и когда ты пытаешься им что-то объяснить, они не понимают до тех пор, пока это не коснется их непосредственно. Ну, видите, мы не можем сказать, что они глупцы, да? Вот либеральная идея на сегодняшний день сводится к тому, вот все люди на телевидении, они же туда добрались из-за каких-то качеств, правда? Из-за того, что у них есть способности, у них есть внешность, они могут с кем-то договориться о чем-то, связанной речи и так далее, и так далее. И они порят такую чепуху, которую ни один взрослый человек не может, просто он ее разрушит одним единственным вопросом. Кто будет за все это платить? Кто будет платить за зеленое все? Кто будет платить? Нет ответа. Богачи будут платить. Кто богачи? А мы решим, кто богачи. Вы будете богач завтра, ваша очередь. Понимаете, это же не разговор американский, это даже не разговор, я не знаю, это разговор на уровне 1889 года в Париже, французская революция, Робеспьер и так далее. Ну, как бы революции, как вы правильно говорите о том, что это, ну, во-первых, эта история старая, если мы говорим о каких-то аналогиях, то если взять 905 год и дети из аристократических семей, революционно настроенная молодежь, желание переустройства мира, попытки убийств всяких градоначальников, полицейских, царя. Это же все были дети из обеспеченных, образованных семей. И желание изменить существующий мир, которое является, как бы, ну, видимо, это повторяется из поколения в поколение, оно как бы естественным является. Вопрос в том, что пользуются потом этим подонки, и это приводит к различным видам. Да, да, и вот знаете, есть такая школа мысли, где постулируется следующее, что интеллигентного, в кавычках, человека гораздо труднее, гораздо легче обмануть, чем человека простого, в кавычках. То есть вот интеллигентный человек будет думать практически обо всем, о чем вы ему скажете думать. У вас нет ощущения, что это, человек более падок просто? У меня есть и плюс другое, что, например, когда интеллигентный человек имеет дело с негодяем, то выигрывает всегда негодяй, потому что интеллигентный человек играет по правилам, а негодяй играет так, как ему выгодно. Ну, я интеллигентный имел в виду скорее как образованный человек. То есть, вот как образованный, я имел в виду, когда мы говорили с вами до этого. Вы говорите про порядочного человека. Про порядочного человека. Поэтому в ситуации, я далек от того, чтобы какие-то ярлыки навешивать, но в ситуации, когда весь мир как бы пытается, я имею в виду наш американский мир, пытается свалить одного человека, которого я вообще считал Иисусом Христом в определенном смысле, поскольку он, будучи человеком успешным, шел на затлание, шел на крусификацию, потому что он мог дожить свою жизнь очень... Ни один человек из всех, кого мы с вами знаем, этого бы не сделал.
Ни один человек, о ком вы читали бы даже в книгах, живущий сегодня, этого бы не сделал. Вот можно сравнить его, например, и нашего Блумберга Майка, который пошел тоже во власть, думая, что все покупается за деньги. Он потратил больше миллиарда долларов. И как мой любимый пример, если бы он стоял на улице и раздавал по 100 долларов в ответ на обещание за него проголосовать, я думаю, люди бы проголосовали бы, он собрал бы больше голосов, чем он собрал, вот потратив с лишним миллиард долларов. Вот такой парадокс. То есть невозможно купить американское президентство при всем при том, что мы вот молимся тут золотому тельцу, там мамоне, и мы такие плохие, беспринципные, и только там выгода и наживы у нас на уме. Но удивительно, как народ все-таки его распознал и не пошел ему вообще, не дал ему ни инча, как говорят у нас в Бруклине. Да. Да, и возвращаясь к тому вопросу, с которого вы начали, относительно тех ярлыков, которые навешивали на Трампа, я имею в виду диагнозы психологические, психиатрические, и нарциссизм, и так далее, и так далее. Я хочу еще немножко поговорить об этом. Я не закончил свой. Да, конечно, я вот бы если мы говорили о психопатах, то давайте возьмем каких-то наиболее ярких, харизматических личностей, таких как Иван Грозный, Сталин, Гитлер, Муссолини и так далее. Есть много всяких харизматических лидеров. То вся их жизнь свидетельство тому, что их психопатия оправдана всем тем, что они делают. Правильно? То есть Сталин был шизоидным психопатом с всякими паранояльными проблемами. То есть он был параноиком. Бехтерев поставил диагноз «цветущая паранойя», и когда ездил к нему на консультацию, вечером его отравили в гостинице. Кто-то слышал, как он вслух это сказал. Но вся жизнь Сталина – это подтверждение тому, что у него периодически были декомпенсации. Он все время то паранойя, то чистки, то убийство лагеря, убийство ближнего круга, второго круга, третьего круга и так далее. Если говорить о Гитлере, талантливый человек, блестящий оратор, он это психопат истерического типа, то есть демонстративная личность. С декомпенсацией. Это не просто акцентуация, о которой мы говорим. Это декомпенсированный человек, который начал до здравия, а закончил идеями, которые всем известны, чем он закончил. Мы говорим там, Иван Грозный был психопат эпилептоидного типа. Известны факты всякие, когда умерла его жена, и с ним произошли всякие метаморфозы, начались параноидные всевозможные эпилептоидные, в смысле, когда мы говорим об эллиптоидном типе личности, это черты характера, которые возникают у человека, который много лет страдает эпилепсией. Это подозрительность, мстительность и так далее. То есть вот, он убивал много сподвижников и так далее. Была неимоверная жестокость, одна из черт характера. Поэтому если мы сейчас можем говорить бесконечно эту тему, если мы говорим о Трампе, я за 4 года его президентства не увидел ни одного поступка психопатического. Ну, кроме там, скажем, его обвиняют в том, что он любит говорить то, что думает. Ну, это, знаете, это как бы его особенности характера. И в этом, мне кажется, кроме отрицательного того, чего о нем говорят, как он давал ярлыки людям и так далее, это говорит еще о нем как о человеке откровенно. Он не скрывает ничего. Он мог бы прекрасно, наверное, вести себя как профессиональный политик и рассказывать приятные вещи, держа кукиш в кармане. Но он этого не делал. Значит, это то, в чем его обвиняют. Многие даже мои друзья республикански настроенные, которые говорят, что вот он... Только бы он на Твиттере не писал, да, он свой собственный враг. Да. Да, но это как учить Майка Тайсона, понимаете, прямому правой рукой, да, вот это ему можно учить очень долго. Не откусывать уши, да, но это невозможно. Да, он поэтому Тайсон, поэтому он там, где он есть, и Трамп там, где он есть, и он для меня вполне, я как бы примериваю на себя вот маечку такую, Трамп-бой, да, или как они говорят, бегают те, кто вот просто молится на Трампа и так далее. Но я вот долго выбирал вот то, что здесь написать, в принципе. Вот это было самым главным, ради чего я пошел за ним. И как многие из наших людей, я сперва обратил внимание, конечно, на Тома Круза, на Теда Круза, я все время говорю Том Круз.
Ну, реверанс Голливуду. Да, на Теда Круза, как человека, который более казался пригодным для роли президента, но ситуация, с которой столкнулся Трамп, она совершенно... Он ее так выявил, как, я не знаю, что... Кто мог бы выявить, когда на него просто ополчились люди, которые фактически являются копией Джо Байдена в плане коррупции, в плане вот наживы на кармане налогоплательщика, в кармане вот этих трат, в кармане этих всех откатов безобразных из беднейших стран. Они собирают деньги, вот как есть такие, я слышал, люди, которые собирают на благотворительность и 90 центов с каждого доллара там для воды там где-нибудь в Гане или в Нигере, они 90 центов кладут себе в карман, а 10 центов они вот доносят до этих несчастных детей и так далее. Примерно то же самое происходит с нашей борьбой за мир в государственном масштабе, потому что масса уходит денег на обслуживание финансовое чисто. Вот такой Арт Лафер, замечательный экономист, который при Рейгане доказал, что снижение налогов приводит к большему поступлению денег, большим поступлениям в государственную казну, просто потому что больше людей платят налоги, они считают, что это справедливее, они их платят. И он сказал, что, в принципе, говорит, с каждого государственного доллара, который вот вы платите в качестве налогов, а потом вам возвращают в качестве услуг государства по нашему социальному договору, 30 центов уходит на обслуживание. Вот этого доллара, 30 центов, вы платите доллар, вы получаете на 70 центов фактически, потому что государство стоит, я думаю, что это еще очень оптимистичная арифметика. Я хочу сказать следующее. Я сделал такой переходик небольшой, но прошу прощения, если он будет еще более нарциссическим, да, чем обычно люди, которые лезут на интернет, себе могут позволить. Я хочу сказать, что у меня хорошие интимные отношения с оружием. Я не владею оружием, но я неплохо стреляю из этого вида. Здесь я на лету расстреливаю куриные яйца в большом количестве. Здесь я пробую вот этот вот, по-моему, румынского производства М-16. Здесь я со своей женой, которой понравилось, она первый раз стреляла. Здесь мы... Это у меня случайно в кармане завалилась книжечка, и мне очень был очарован этой винтовкой Ругер. Она мне понравилась. Много было расстреляно тогда патронов, но сейчас я хочу привлечь внимание. Угадайте, к чему? Я по две встречи на эту тему в каждой встрече провожу. Дорогие друзья, вот он, легендарный автомат УЗИ. Внутри него находится украинская водка. Сделано это все в Киеве. Крепость его 40 градусов. Дальнобойность, наверное, не очень большая, но достаточно массивная. Потому что с этой стороны отвинчивающаяся пробочка. Здесь есть фольгировочка такая, показывающая, что это настоящий продукт, не подделка. Ну и сложно подделать, конечно, мы понимаем, что сделать такую бутылку, кроме фантазии, нужны определенные технологии и желания, и вера в то, что твой продукт будет оценен. Так что место ему за праздничным столом, как напоминание нам всем, что стоит, кто охраняет нашу свободу, что все это в наших руках должно быть. Так что приятный звук булькающей жидкости внутри. Пейте на здоровье, пейте на Новый год, пейте с теми, кто вам приятен. Идите на веб-сайт beveragelovers.com и напишите search, ищите Gun Vodka. Эта Gun Vodka покажет вам страничку, единственную пока, где можно это купить через интернет. Но, в принципе, продукт доступен и в штате Нью-Йорк, и в штате Нью-Джерси. Я думаю, что в Лос-Анджелесе тоже, во Флориде очень может быть. Такая история. Это вот к наступающему Новому году всем нам. Скажите, пожалуйста, такую вещь мне, Геннадий, доктор. Не относимся ли мы в результате нашей замечательной жизни в Америке к реальности как к игре? Вот люди, живущие в странах таких, как упомянутый Нигер, или Южная Африка, или, не знаю, какой-нибудь Маврикий там, у них жизнь серьезная, она посвящена выживанию. Для нас очень много свободного времени отпущено. Жизнь наша чересчур комфортабельна, считают некоторые.
Может ли это быть основой для какого-то психологического кризиса, психиатрического какого-то нарушения, как вы считаете? Это, я в связи с вашим вопросом вспоминаю, был такой рассказ бунинский, мой любимый, «Солнечный удар», а потом по нему был поставлен фильм Михалковым, с моей точки зрения, не очень удачный, но там есть один потрясающий момент, когда показана сцена в Крыму белогвардейских офицеров, которые находятся в концентрационном лагере, несколько тысяч человек, и им обещают жизнь, если они сдадутся, они сдаются, и они находятся в этом концентрационном лагере, и они впоследствии их утопили на баржах и так далее, известный факт, разали землячкой и так далее. Но там есть один интересный момент, когда один молодой офицер ходит по этому лагерю и задает один и тот же вопрос всяким своим друзьям, по соратникам по оружию. Как это все могло произойти? Так. А, да, окей. Могла стабильная, серьезная держава, которая существовала до этого и развивалась, и существовали классы, существовало производство, существовала монархия и так далее, и так далее. Как за такой короткий срок все могло развалиться? Этот вопрос, он как бы рефреном, он проходит через все, он все время задает этот вопрос разным людям. Как это мог, он действительно не понимает. И что? Если относиться к этому как к игре, как защитный механизм, о котором мы говорили, на короткое время, то мы в порядке. Но если не видеть того, что происходит, и делать вид, что мы не замечаем того, что происходит, и думать, что как-то это нас не коснется, то это довольно быстро может изменить уклад жизни и изменить страну, в которой мы живем. Поэтому, если мы говорим о том, как люди защищаются, мы уже с вами об этом говорили, то есть они защищаются по-разному. Кто-то зрелым способом, кто-то незрелым способом, кто-то идет с транспарантами воевать, кто-то лобзиком выпиливает чего-то, а кто-то стреляется, понимаете? Поэтому у каждого свои способы реакции на трагедию. Но то, что происходит сегодня, это безусловно серьезно. И я себе задавал вопрос, а вот что люди, например, делают? Ну вот что делают люди, два человека, если они живут, и у них там муж и жена, у них не складываются отношения, да? Что, ну до какого-то предела они могут терпеть, там, идти на психотерапию, находиться там в каких-то долгих, изнуряющих видах там, взаимоотношений. А потом они разводятся. Вот мне кажется, и это мое субъективное мнение, что то, что происходит сегодня в стране, оно может вполне вероятно привести к разводу, потому что никогда еще не было такой ситуации, при которой ровно практически 50% страны абсолютно не могла договориться с другими 50%, и политики импотентны что-либо изменить. Ну, вы понимаете, в чем дело, да, политики на по обе стороны, конечно, от Трампа, они ужасны. Если его посчитать за центр, то, конечно, по правую сторону, как в песне поется, у него воры и жулики, и с другой стороны жулики и воры. Но дело в том, что они... Что я хотел сказать, у меня сейчас выскочило из головы, потому что у меня выскочила другая тема. Нам обоим известный Александр Куприн настойчиво меня спрашивает, как вы себя чувствуете? После вакцины очень хорошо. Как это все происходило? Примерно так, как по телевизору показывают? Ну, абсолютно, да. Все Геннадий сегодня принял вакцину как essential. Как медик ему вкололи. Это был Pfizer или это была Moderna? Да, все. Застыл. Немножко мы застыли с Геннадием. Ну, сейчас он вернется, я думаю, у нас был уже эпизод на эту тему. Я хочу пока... вернулся? Вот сейчас есть. Да.
Да, и поэтому все было, они задали вопрос, сделали вакцину, предложили посидеть 15 минут. Я посидел для самоуспокоения еще 15, и поскольку никаких реакций, ничего не было, уехал домой, все нормально, сейчас уже сколько прошло, считайте, уже 5 часов после. Но это был Pfizer, да? Это Pfizer, да. О. Они и предлагают уже людям Moderna. И сейчас еще какая-то третья должна быть. Предупредить, да, что то, что я читал, особенно женщинам, которые делают филлеры, всевозможные косметические эти наполнители, то на самом интересном месте. Pfizer, на Moderna, Moderna, я оговорился, на Moderna вакцину были реакции, воспалительные реакции у тех женщин, которые делали филлеры, вот заполнители, которые вкалывают в лицо. И у них были воспалительные реакции, ничего смертельного, то есть требовались стероиды противовоспалительные, но была реакция антиген, антитела, поскольку филлер – это чужеродный белок. Ну, а вот сейчас что получается? Вот сейчас сделали эту вакцину, но ничего не обещают, маску никто не снимает, в общем, будет еще повторный, да, у вас сеанс этого укола, да, по-моему? Будет через 21 день с этой вакциной, мне кажется, 28 дней у Модерны второй укол, и 50% иммунитета возникает где-то через 10 дней после первой вакцины. Поэтому, и это как-то будет замеряться, как-то будут какие-то контрольные замеры, или это уже установленный факт? Нет, это то, что они говорят. Интересно. Но возвращаясь вот к парам, которые не могут друг с другом договориться, из моего опыта люди достаточно долго живущие друг с другом, они как-то уже прошли вот этот, то, что называется в бизнесе cost-benefit анализ, и они уже знают, почему и как, и они находят какие-то пути, и им приятнее соглашаться друг с другом, хотя, конечно, всегда у людей есть какие-то разногласия, просто физически у них есть разногласия, потому что они просто разные люди. Но, безусловно, движение, как хочется, чтобы все это успокоилось, какие-то могут быть вообще, с вашей точки зрения, рекомендации, как подойти вообще к тому, чтобы стабилизировать эмоциональную сторону отношений между согражданами? Или это надо пройти через herd immunity и переболеть, и разделиться, потом объединиться, или надо дать что-то, как бы, в чем-то уступить? Ну, я думаю, надо отслеживать все те неприятные мысли, которые возникают в связи с теми или иными неприятными событиями, и как бы рационализировать их, и пытаться найти, сублимироваться в какой-то другой вид деятельности, потому что невозможно бесконечно смотреть политические каналы, политические новости, читать вещи, которые тебя фрустрируют, которые вызывают у тебя вспышки злости или раздражения, поскольку кажется, что они не соответствуют действительности, или это чистое вранье. То есть просто, я думаю, надо от этого отойти сейчас, поскольку уже, если мы говорим о выборах, то надо просто подождать естественного развития событий и жить своей жизнью, поскольку на этом жизнь не заканчивается. Ну, мы так думаем, но так, допустим, не думают люди, кто принадлежит к лагерям, там, скажем, антифы, или вот этих вот орегонские, эти портландские люди, которые хотят больше откусить, чем они могут переживать. То есть ощущение того, у человека действительно есть ощущение, что существует какой-то враг за пределами видеоигр, за пределами кино, какой-то настоящий такой, желающий их как бы имущества, их жизни, их то есть сделать им плохо, вот как бы я что-то заклинило меня по поводу слов, то есть какой-то реальный враг, и это, мне кажется, очень многих людей ставит в положение, в котором они никогда просто не находились, они думали, что все враги просто находятся типа в телевизоре или в других странах, и тут в своей собственной стране, в Америке, вдруг оказывается, что... То есть люди, которые, например, для примера я говорю, всю жизнь давали деньги для того, чтобы афроамериканские, как это раньше называлось, общины, чувствовали себя более комфортабельно, могли там стипендии назначали им, они ходили в школы там особые и так далее, и так далее. Хорошие школы могли попасть, там одеться получше еще. И вдруг оказалось, что эти же самые люди их ненавидят. Это для меня это гигантский был бы стресс, если бы я был филантропом, который бы всю жизнь вот посвятил, скажем, имел бы какую-то
Скажем, еврейские организации очень многие. Это большая же еврейская традиция налаживать отношения с меньшинствами, налаживать отношения с... И вдруг получается вот такая совершенно раздрай, который просто, мне кажется, не имеет параллелей, даже сравнивают многие с 68-м годом, например, когда многие были в ужасе в 1968 году, когда весь мир горел от социалистических идей и так далее, но настолько изнутри государства, как сейчас, это не выходило, то есть выходили там Анджела Дэвис, выходили там еще какие-то другие фигуры, но более или менее было понятно, что они хотят, и, в общем, их удавалось как-то вывести за предел и покончить с этим. А что происходит сегодня, если все-таки удастся Байдену продавить свое это вот... То, те, кто за ним стоит, конечно, трудно себе представить. Я лично думаю, что наступит какой-то паралич, после которого начнется выздоровление, потому что президент Трамп, нынешний президент, будет опять идти на президентскую должность. Но в общем, если он... Мой кошмар был, если он выйдет и скажет: ребят, слушайте, ну не хотите вы меня, я понял. I got the message, все, до свидания, я уехал. Больше во мне вы не услышите. И это было бы вообще, наверное, катастрофой. Ну, как говорят, для мира, но для Америки это точно было бы состоянием вообще шока. И проснулась бы совершенно ярость масс, я считаю, со стороны сторонников Трампа. В всяком случае, это было бы... Не здорово. То есть, ну, переболеть политикой возможно ли вообще? Как вы думаете, просто как гражданин Лос-Анджелеса? Лос-Анджелес очень активный политический город оказался. Я думаю, что возможно. То, с чего вы начали, говоря об Антифе или каких-то крайне левых или крайне правых организациях, мне кажется, что это достаточно маленький процент людей, которых использовали просто в своих циничных политических целях вот перед выборами. Поэтому с этой точки зрения я почему-то спокоен. Что мне нравится, вне зависимости от того, что сделает президент Трамп, или он уйдет, или он будет пытаться баллотироваться опять, или он выиграет сейчас, я не знаю, чем закончится все это, но тот факт, что он создал движение из 75 миллионов или почти 80 миллионов человек, которое так просто не рассосется, это движение будет продолжать существовать, и я уверен, найдется какая-то харизматическая фигура, которая подхватит этот флаг раньше или позже. И такие люди уже подрастают, мне кажется. Есть и Кэнди Стоуэн, есть разные люди, которые могут в состоянии артикулировать и повести за собой толпу. Мне кажется, что, что бы ни произошло, это движение просто так не умрет. И это хорошо, с моей точки зрения, поскольку правда же всегда где-то посередине. Если половина... Ну, если бы мы точно знали, что она посередине, мы прямо на нее бы туда пошли и сели бы, но она может быть и не посередине. Она может быть у нас под носом, например, тоже. И, в общем, для меня совершенно очевидно, и это просто вот, если говорить о фрустрациях, доктор, то моя самая большая фрустрация — это то, что люди не понимают, что пришел человек с одной мыслью: make America great again или не again. Это уже как бы... Что ты хочешь, ну, все, как ты хочешь это интерпретировать. Но, в принципе, сделать свою страну лучше — это то, зачем выбирают вообще, почему страны имеют глав стран. Вот это то, что люди во главе стран должны им говорить, и то, что они не менее важно должны делать. И вот все это говорят, никто не делает. Делает ли это Борис Джонсон, например, в Англии? У него уже страна и так называется Great Britain. Он не делает этого. И Франция этого не делает. Они как бы вот manage the decline называется. У нас все хорошо, ребята, ничего нового не надо. Вот пыль вытираете, точно на то же самое место ставьте все вазочки и все там эти статуэтки. Они очень мало делают. Все, что они могут придумать, это... есть внутренняя необходимость в этом у людей, у стран. Просто она даже неосознанная во многих случаях большинством людей. Ну, кто-то знает, конечно, зачем. Это вот эта теория, которую называют The Great Reset. То есть она потихоньку переходит в практику, если вы слышали об этом, да. Это то, что World Economic Forum делает, там обсуждает это все. Ну, как серьезно, как научный документ, как вот план борьбы с пандемией там или еще что-то. И они это обсуждают, и они говорят, действительно, надо какой-то сделать нам ресет, чтобы люди стали жить лучше, потому что мы видим, мы предвидим кризисы.
И когда ты пытаешься кризис предвидеть, ты очень можешь начудить сильно, потому что кризис... Трампа никто не предвидел. Ни одного президента не было такого, как Трамп. Ну, по крайней мере, в 20 веке. Я согласен. И в 21 проблема веке. Еще в том, что, проблема еще в том, что Трамп это был такой, как бы, единственный человек против всех. Против глобалистов, против истеблишмента с обоих сторон, против республиканской демократической партии, этих забронзовелых людей, которые по 30-40 лет сидят. Мягко говоря, забронзовелых, да. Мягко говоря, человека, который, да, против этой социализации Европы, или как это, советизации Европы, я не знаю, как это назвать, то в каком направлении все движется в сторону каких-то таких серьезных катаклизмов. С уклоном в социализм и так далее. Он единственный человек. И как бы мне хотелось быть оптимистом, как и вам, наверное. Поэтому хочется верить в то, что найдутся люди, которые это знамя подхватят и дальше. Ну, я верю, что разберутся с цифрами. Я думаю, что разберутся с цифрами, и это не будет вот так спущено на самотек, и никто не может быть президентом как результат таких вот... как это называется, покуроченных таких вот выборов, то есть совершенно непригодных для использования. Может быть, последний вопрос сегодня, Геннадий. Как вы думаете, у президента Трампа механизм как бы борьбы со всеми этими фрустрациями, которые у него должны быть? Или у него отсутствует этот фрустрометр? Потому что количество предательств, количество людей, которые на него ополчились, количество клеветы и вранья, и лжи, которые на него вылились. Нормальный человек должен хотя бы быть расстроен время от времени. Трамп спит, я не знаю, 4-5 часов в сутки. Выглядит так, как Джо Байден не выглядел никогда, наверное. Питается наименее здоровым образом. Как вы думаете, что ему помогает справляться, вот как психиатр? Я думаю, что, во-первых, он очень сильный человек, с моей точки зрения. Это очень сильный человек, который умеет держать удар. Потому что далеко не каждый человек, из всех, кого я знаю, наверное, из великого многообразия людей и знакомых всяких, и профессионально, и моих личных знакомых, я мало знаю людей, которые могли бы так держать удар, как держит Трамп. Когда тебя 4 года уничтожают, и ты при этом должен подниматься, и будучи немолодым человеком, выступать, и ездить, летать по 5 городов, произносить речи, и не просто заражать толпу, а заражать ее таким энтузиазмом, и такой искренностью, как мало кто может. Но это мое личное, субъективное мнение. Поэтому, если говорить о его защитных механизмах, то они очень здоровы. Я не вижу ничего такого. Я не видел его ни разу по-настоящему декомпенсированным или каким-то. Я видел массу эпизодов с Байденом, когда он зло отвечает, он реагирует. Он очень инсекьюр, он явно очень неуверенный в себе человек, раз он реагирует так на любой вопрос, который мало-мальски задевает его семью. Он хуже гораздо держит удар. Поэтому я не считаю, что у Трампа есть какие-то невротические комплексы, которые он проявляет. Нет, я не увидел ничего, как сейчас. Я могу себе представить Обаму, который вот обиделся там на кого-то, и он стоит с грустным лицом. То есть вот даже у Трампа, как бы, у него нет в палитре эмоций вот этой вот кислого такого выражения лица, которое у Обамы часто бывало, где он выражал свое недовольствие. Ну, как такой физиономист-любитель, я могу сказать. Вот ты смотришь, и человек явно свое негодование изображает вот так, потому что он больше ничего не может сделать. А Трамп явно человек действия, он человек, который пошел и сделал. Ему не понравилось, пошел и исправил. И масса есть видео. Я вот не понимаю, честно говоря, людей, которые не хотят. Я всех отправляю. Это достаточно увлекательное путешествие на YouTube. Для чего он, собственно, существует? Ты можешь посмотреть все телевизионные появления Трампа. Изменилось ли его мнение? Он ездил, вот как я вспоминал недавно, как Джон Керри ходил в этом самом в охотничьем костюме, с которого еще не сняли бирки магазинные, как разговаривать с Пенсильванией, с людьми, с избирателями, как Митт Ромни в Массачусетсе пошел шопать в супермаркет, и он никогда этого не делал в жизни, потому что он из потомственной политической семьи,
и он просто нагрузил туалетной бумагой там или бумажными полотенцами эту тележку и не мог открыть дверь из супермаркета. Но Трамп, он никогда не притворялся кем-то, он ни разу не одел джинсы, он ни разу не одел, вот я увидел его недавно в рубашке с расстегнутым воротником. Я удивился, он сидел за столом там в кабинете, он совершенно не изменился, и вся кривая как бы или прямая его жизни... Не завел собаку, не бегал по парку. Да, не ездил на велосипеде. Я так хохотался. Я так хохотался, когда Обама вышел там куда-то в джинсах, и вот сказали, вот Обама, и вот сразу заклеймили, сказали, это mom's jeans. Это женщины носят такие джинсы. И я вспомнил, как Джордж Буш ходил, у него были джинсы, как у любого американского нормального мужчины. Есть джинсы, ты понимаешь, вот тебе надо носить Levi's, грубо говоря, или тебе надо носить Lee или Wrangler. Да, вот между этими тремя ты в основном выбираешь, если ты действительно серьезно к этому относишься. И чтобы у человека к 50 годам не было понятия о том, какие ему надо носить джинсы, чтобы у него не было под рукой штанов, которые надевает просто вот выйти там, я не знаю, на газон. Это смешно. Это человек выглядит иностранцем в такой маленькой-маленькой детали, а ведь он президент страны. Даже Джо Байден, насколько он натурально выглядит в своем корвете, ну, понятно, что он человек не семи пядей во лбу, но у него семь волос во лбу. Но он, в общем, выглядит, наверное, в своих очках, в своем костюме. Ты никогда не можешь ему пришить как бы какую-то ненатуральность. Ну, он такой вот натуральный лжец. И, в общем, нехорошо с ним получается пока. Но я думаю, что он сейчас особенно не высовывается. Мне кажется, что на этой неделе нас ждут интересные всякие открытия, движения. Завтра Джулиани будет Джорджии рассказывать. И... Масса-масса интересного. Стив Беннон рассказывает интересные вещи. Я хотел показать Кита Олбермана, такого человека, которого пытаются забыть очень сильно и активно средства массы, ну и все зрители, в общем. Но он продолжает выныривать. И это человек, который просто говорит, что надо судить Трампа, и надо судить его семью, и надо судить всех, кто с ним когда-либо здоровался, потом всех, кто сидел за одним столом. И только тогда мы можем начать наше национальное примирение, когда все эти люди будут сидеть в тюрьме. То есть вот откуда он взялся, этот человек? Он был спортивным комментатором, он политическим комментатором стал, он такой стал антиподом типа Раш Лимба, но совершенно за другие деньги. То есть Раш Лимба зарабатывает гигантские деньги. Он безумно популярен. Это один из светлейших людей в американской жизни сегодня. И я хотел бы пожелать ему выздоровления и состояния здоровья хорошего, потому что он сейчас взял отпуск, чего он никогда не делал на достаточно долгое время. Он борется с раком легких 4-й стадии. Но мы знаем, что мы его слушаем, мы его поклонники, и многие здесь как бы руководствуются его оценками, формировании собственных оценок. Он не тот человек, который не позволяет сами с ним спорить. Он согласен, он приглашает к размышлению нас всех. И поэтому нас ждут какие-то новости. То есть вот Стив Беннон, например, главный стратег Трампа в период его избирательной кампании, он настроен очень по-боевому, и он говорит о том, что собираются как бы тучи, и 6 января, очевидно, надо будет собираться и ехать в Вашингтон кое-кому, потому что нечего будет потом сказать. Такие вот наши планы. Геннадий Мушер, доктор, кандидат наук, PhD. Спасибо большое, что вы к нам пришли. Мы желаем вам всего самого хорошего и будем ждать вас обратно с новой информацией. Спасибо, что пригласили, и с наступающим Новым годом. С наступающим Новым годом. До свидания, дорогие друзья.